Здравствуйте. Сегодня в студии Андрей Кузнецов с новостями. А теперь коротко о главном. Сегодня состоялся совет, в процессе которого было найдено множество недостатков предвыборных кампаний. На юге столицы продолжаются допостовки рабочих. А в нашем городе все еще идет снег, унесший жизни двух наших жителей. Но сперва мы расскажем вам о главной новости дня. Сегодняшние события, произошедшие в нашем городе, потрясли всех. Молодая девушка в возрасте 22 лет была найдена мертвой сегодня утром в подъезде своего дома. Причины смерти пока не ясны, поскольку травм на теле девушки не было обнаружено. Похоже, что в нашем городе завелся вампир. Да, похоже, что так. К сожалению, у погибшей не было родственников. Но от случайных свидетелей известно, что в тот вечер ее провожал молодой человек, фотография которого была найдена в квартире погибшей. Сейчас вы видите фотографию этого человека. Если вы располагаете какой-либо информацией о его месторасположении, немедленно сообщите по телефону 235-76-84. На этом все. Мы будем держать вас. Мне кажется, я его где-то видел. Так, сейчас посмотрим. Так, вот же он, вот же он. Так, посмотрим, что про него написано. Грейв. Последний вампир из рода Мартиялос. Дата рождения 1456 год. Место рождения город Юрма. В 1745 году был пойман в Иркутске и казнен заклятием Вертова, тайным обществом Манимарсон. Тело было похоронено на кладбище в том же городе, но в 1834 году тело было похищено из склепа и до сих пор не найдено, поскольку в 1458 году последний вампир клана Хокику в Японии было наложено заклятие бесплодия Вертовы, то на сегодняшний день последний вампир из рода Мартиялос. А, вот его адрес. И что ж мы ждем? Поехали. Поехали. Мы на месте. Что это было? Это он. Первый. Я его вижу. Как убежал вообще? Как такое? Что мы теперь вообще будем делать? Чего, блин, черт? Ш-
Слушай, нам надо все-таки что-то делать. Мы должны его просто найти. Такого не может быть, чтобы мы его просто потеряли. Сейчас я знаю один сайт с базы телефона. Не помню, есть ли у меня пароль. Сейчас посмотрим. Сейчас, кажется, я понял. Это же он, да? А вот его телефон. Звон? Это он? Да, да. Слушай, давай быстрее звони. Алло. Да. Интересное предложение. Я там буду. Во сколько? В 5? Да. Вот я и нашел тебя. Ты последний из вампиров и должен умереть. Умри. Теперь я последний.